Сотрудники КФУ разработали мобильное приложение КФУ АП. Этот персональный помощник студента разрабатывался молодыми специалистами на протяжении 2 лет. На данный момент приложение запущено в демо-версии и работает только на операционной системе Android. Но разработчики обещают, что в скором времени обязательно запустят и версию для iOS. Наше приложение разрабатывалось совместно со студентами КФУ. Основная идея заключалась в дублировании личного кабинета студента. Мобильное приложение КФУ АП начинало свое существование на языке Java. После программисты перешли на язык Kotlin. Мы начинали разрабатывать со справочника обычного, где можно было просмотреть карту объектов, новости университета и структуру университета. Позже мы решили внести функционал личного кабинета студента. Это просмотр своего расписания, успеваемости. Данный персональный помощник обладает множеством функционалов. Им могут воспользоваться студенты, а в дальнейшем абитуриенты и преподаватели КФУ. Для абитуриентов в первую очередь мы думаем о том, чтобы создать возможность сразу через приложение подавать заявления. Для преподавателей планируем создать удобную платформу для проставления оценок, баллов, зачетов или не зачетов. При запуске мобильного приложения перед глазами открывается новостная лента КФУ. Также тут есть отделы карты, где записаны все адреса институтов университета, расписание группы, которые при его модернизации, соответственно, тоже будут меняться. А оповещение об изменении будет появляться в отделе уведомлений. Тут же находится отдел меню, где каждый студент может просмотреть свой профиль, успеваемость, профиль своих одногруппников и многое другое. К нам сразу поступила информация о том, что в расписании какое-то изменение, добавление. Мы это сразу вносим в свою базу данных, и это сразу отображается в приложении. Обновление функционала КФУ АП будет происходить каждую неделю. Разработчики персонального помощника поделились с нами, что будут рады услышать пожелания студентов насчет приложения. А также они приглашают всех желающих присоединиться к данной работе. Все желающие студенты, пользующиеся операционной системой Android, уже могут воспользоваться мобильным приложением Казанского федерального университета. Эльвина Тарзимина, Ленар Давлетьяров, Универньюз.